Кубок закрытия сезона 2023-2024 был разыгран в физкультурно-спортивном комплексе «Метеор» города Михайлова 6 апреля. Этот районный турнир по волейболу проводился среди мужских команд, участников Некрасова, Голдина, Заря, детско-юношеская спортивная школа, техникум Мирзлова, Цементник, Захарова. Команды сражались на игровом поле в эпических матчах, которые длились целые часы. Волейбольные соревнования были просто захватывающими. Сами болельщики остались в восторге от интенсивности и страсти, с которой команды боролись за победу. Финальным этапом встречи стало награждение не только победителей и призеров Кубка закрытия, но и мужских команд-участников чемпионата Михайловского района по волейболу 2024 года. По результатам игр места в турнире по волейболу среди мужских команд Кубок закрытия сезона 2023-2024 распределились следующим образом. Первое место команда Захарова, второе место команда Заря, третье место команда детской юношеской спортивной школы. В номинациях отмечены лучшие игроки. Самый полезный игрок Владимир Чучин, команда Захарова. Лучший атакующий игрок Алексей Разуваев, команда Заря. Лучший связующий Николай Журин, команда детской юношеской спортивной школы. Хочется наградить команды, которые стали победителями и призерами нашего чемпионата, чемпионата Михайловского района по волейболу среди мужских команд. По результатам игр чемпионата Михайловского муниципального района по волейболу среди мужских команд места распределились следующим образом. Первое место команда Захарова, второе место команда детской юношеской спортивной школы, третье место команда Цементник. В номинациях отмечены лучшие игроки. Лучший игрок Сергей Романов, команда Захарова. Лучший атакующий игрок Сергей Сергеевич Тарасов, команда детской юношеской спортивной школы. Лучший связующий Роман Сазонов, команда Цементник. Самый полезный игрок Олег Ложников, команда Михайлов. Самый полезный игрок Владимир Вербенкин, команда Цементник. Продемонстрировали решимость и спортивное мастерство ребята из команды Техникум Мирзлова Александр Бородин и Иван Войцеховский. Лучшие участники получили свои заслуженные награды. Владислав Окороков, специально для Михайлов ТВ.